Преподобный Иоанн, ученик святого Лимнии, жил в V веке в Сирии, избрав для себя подвиг беспокровного жития. 25 лет жил святой Иоанн на высоком холме, открытом со всех сторон ветрам. Питался он лишь хлебом и солью, носил на себе вериги тяжелые. Когда кто-то из посетителей посадил для подвижника миндальное дерево, чтобы преподобный мог укрыться в его тени от палящего зноя, преподобный повелел срубить его, чтобы не давать своему телу никакого отдыха. Преподобный Моисей, подражая святому Иоанну, поселился на вершине горы близ селения Рамы. Такой же подвиг избрали для себя и преподобные Антиох и Антонин. До преклонных лет своих они подавали всем пример духовной крепости, превозмогающей всякие немощи. На той же горе подвязался и преподобный Зевин. Даже достигнув глубокой старости, он никогда не садился во время своего молитвенного правила, лишь иногда опирался на жезл. Окрестные жители почитали святого старца и получали по его молитвам большую помощь в своих скорбях и нуждах. Подражал своему учителю, старцу Зевину, святой Полихроний, проводя дни и ночи в посте и бдении. Вместо вериг во время молитвы он налагал себе на плечи тяжелый дубовый корень, который сам выкопал из земли. Своей молитвой преподобный Полихроний испросил у Бога дождь во время засухи и для нуждающихся наполнил елеем каменный сосуд. Вместе с ним долгие годы жил его ученик, преподобный Моисей. Как и старец Полихроний, святой Моисей также явил образец суровой аскетической жизни. Другой ученик, преподобный Дамиан, удалился в обитель под названием Иера и подвязался там, имея в своей келии лишь малую коробочку с чечевицей, которой питался. Все эти преподобные отцы мирно скончались в V веке в Сирии. Восьмое марта. День памяти преподобных пустынников сирийских Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана.